вниманию студентов 3, 4, 5 курсов, выпускников, тех, кто хочет. Предлагаем рассмотреть наши вакансии стажеров. Есть у нас вакансии экономистов, юристов, маркетологов. Есть даже, ну, скажем, патентоведов, например, даже, да. То есть нам и математики, в принципе, нужны. Кто хорошо умеет строить запросы к базам данных, с Excel разбирается, может быть, кто презентации делает. Готовы обучать. У нас есть в компании внутреннее обучение. За 2 года при вашем ответном активном желании можем сделать из вас будущих крутых, востребованных специалистов. В принципе, за 2 года для амбициозных людей, которые любят развиваться, ищут знаний, сведений, получение практического опыта, вполне можно развиться до востребованного специалиста. Иногда юристы переходят на работу в консультантом по, не знаю, по программам государственной поддержки, бухгалтера становятся налоговиками, там экономисты становятся финансистами, финансисты становятся инвестиционщиками, попутно осваивают юридические аспекты. Да? То есть у нас довольно широкий такой вот пласт работы для тех, кто хочет быть универсальным специалистом технологий и технологий инженерии, как в какой-то степени. Наши сотрудники, да, и ученики, да, кто с нами сотрудничал на начальных стадиях и, соответственно, сейчас перешел работать в более крупные компании, да, с более высокой квалификацией, получили довольно серьезную школу в нашей компании, да, то есть очень хороший старт, разнообразие. Это всегда помогает профессионально расти, это помогает востребованности на рынке, это помогает, ну, в принципе, в становлении в профессии, да, то есть можно многое попробовать. Для кого-то многое значит работа в дружном молодом коллективе, для кого-то много значит разнообразие задач, для кого-то много значит высокий уровень квалификации, компетенции ведущих консультантов, которые делятся опытом, да. Ну, вот, например, у нас практически каждый день в последнее время обучение Альтинвесту по утрам, да, то есть сотрудники не экономических, не финансовых специальностей перенимают навыки финансового планирования. Приходите на собеседование, обсудим. В общем-то, сотрудники разных направлений, разных квалификаций нужны. Студенты и сами не знают, например, да, то есть пошли случайно в вуз по специальности, по дружбе или как-то там еще, вот, а выясняется, что, например, призвание, профессия, она где-то рядом, может быть, в чем-то другом. Соответственно, первое и второе место работы, с одной стороны, это самые тяжелые, наверное, да, в легкой жизни, скажем так, но, тем не менее, это позволяет вот заложить фундамент будущей востребованности, будущей квалификации, будущей профессии. Удачи вам, ребята, приходите.